В управлении здравоохранения Гомельского облсполкома прокомментировали эпидемическую ситуацию в регионе. Главный вывод – сейчас она находится под контролем. Медики Гомельской области сумели взять ситуацию под контроль с первого случая завоза коронавирусной инфекции. Оперативно были выявлены все контакты заболевшего, что позволило быстро их госпитализировать. Кроме того, в регионе действует система, которая позволяет минимизировать риски. Эпидемиологическая ситуация в Гомельской области контролируемая. В настоящее время в Гомельской области перераспределены потоки пациентов с целью минимизации возможности заражения пациентов коронавирусной инфекцией. В настоящее время на 6.00 учреждение здравоохранения Гомельской области находится 185 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. В среднем приблизительно 80% пациентов из данной группы находятся в удовлетворительном состоянии, то есть без каких-либо клинических проявлений. В настоящее время учреждения здравоохранения Гомельской области и медицинские работники готовы и оказывают медицинскую помощь пациентам с коронавирусной инфекцией. Хотелось бы, пользуясь случаем, хотелось бы поблагодарить всех медицинских работников, которые непосредственно оказывают медицинскую помощь пациентам с коронавирусной инфекцией, поблагодарить Гомельский областной исполнительный комитет за удовлетворение тех нужд и потребностей здравоохранения, которые в данное время у нас возникают. Вместе с тем, в Главном управлении здравоохранения Гомельского облсполкома обращают внимание на факты недобросовестного поведения некоторых представителей негосударственных СМИ и блогеров. С целью получения любой информации об эпидемической ситуации в регионе они мешают работе медиков, не обращая внимания на тот факт, что пациентам требуется скорая помощь. Тем более, что помимо коронавируса актуальными остаются и другие заболевания – от сахарного диабета до гипертонии. Со временем общество в данной ситуации даст оценку всем тем, кто реально хотел помочь, приорганизовать и обеспечить оказание медицинской помощи. И тем, которые пытались воспользоваться данной ситуацией и получить какие-то дивиденды или заработать лайки в интернете. Поэтому всех прошу, пожалуйста, если вы увидите, что кто-то отвлекает медицинских работников от оказания медицинской помощи, пожалуйста, остановите их.